В 2020 году благодаря концерну «Росэнергоатом» и федеральным профильным проектам в МСЧ-135 было поставлено новое медицинское оборудование. Оно уже смонтировано и готово к эксплуатации. Наша медсанчасть участвует в ряде проектов, благодаря которым мы получили новое оборудование в уходящем году, смогли его вовремя установить и ввести в эксплуатацию. Это нацпроект по здоровью детского населения. Это наше взаимодействие с концерном «Росэнергоатом». Важной новинкой медсанчасти стал современный цифровой маммограф. Это оборудование сменило устаревший аппарат. Оно уже используется на медицинских осмотрах для диагностики и профилактики онкологических заболеваний у женщин. Качество снимка будет гораздо лучше, потому что это цифровые снимочки, не снимочки на пленке. Угу. То есть можно увеличить изображение, вот, можно отдельные участочки увеличить, специально доктор будет смотреть, сравнивать. В рентгенологическом отделении установлен высокотехнологичный аппарат «Дуограф». С его помощью исследуются органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. Одна из особенностей аппарата – вместо устаревших снимков теперь – цифровое изображение. Прекрасно видна структура костей легких. Можно увеличить, можно изменить яркость, контрастность. Все снимки, как каждого больного, хранятся на сервере. На этом. То есть мы можем этого больного выставить, все снимочки присмотреть в динамике. По программе «Женское здоровье» новое оборудование закуплено для гинекологического отделения. При помощи гистероскопической стойки врачи смогут проводить высокоточную диагностику женского здоровья и последующие операции. Также в гинекологическом отделении появился кальпоскоп. Раньше такого оборудования в больнице никогда не было. С помощью этого аппарата мы можем смотреть шейки матки. Там, по сути дела, как микроскоп. С различными фильтрами, которые распознают патологию шейки матки. С января МСЧ-135 приступила к массовой вакцинации горожан от новой коронавирусной инфекции. Для хранения вакцины «Спутник Ви» закуплено дополнительное холодильное медицинское оборудование. Всего 8 единиц. Оно позволяет сохранить требуемый температурный режим вакцины от поставки до момента прививки. Пока не заполнили. Но мы ждем поступления. То есть у нас примерно рассчитана резервная камера для того, чтобы, если получится так, что выйдет какое-то оборудование из строя, предусмотрена резервная. По словам представителя медсанчасти, в ближайшее время ожидается приобретение компьютерного томографа. Средства на него уже выделены концерном «Росэнергоатом».